Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы находимся в одном из самых новых и современных салонов красоты и косметологии «Габриэль», где каждая девушка найдет то, что она хочет. Что же ждет наших участниц? Увидим прямо сейчас. Здравствуйте, меня зовут Ильшат Абубакиров. Я врач-дерматокосметолог салона «Габриэль». Елена, сегодня мы будем делать процедуру радиочастотного лифтинга для омоложения кожи вашего лица. Мы сейчас наносим на вашу кожу специальное масло, которое содержит очень много полезных витаминов и растительных экстрактов. Сейчас мы начнем уже саму процедуру. Вначале будет немножко, может, будет чувство небольшого нагрева кожи. Процедура радиочастотного лифтинга, она направлена на то, чтобы клетки немножко проснулись и начали вырабатывать коллаген и эластин, который отвечает за эластичность кожи. Как ваши ощущения? Приятно. Тепло есть? Теплота, да. Процедуру рекомендуется выполнять примерно раз в 10-15 дней. Это интервал. Курс процедур состоит из 6-8 процедур. Эффект от данной процедуры идет по нарастающей. Даже если закончить курс в течение полугода, кожа без каких-либо вмешательств улучшается. Эту процедуру рекомендуется делать в сочетании с мезотерапией и биоревитализацией. Елена, наша процедура подходит к концу. Мы заканчиваем. Сейчас я вам уберу нанесенный препарат. Данную процедуру, ну, как я говорил уже, рекомендую провести через 10-15 дней. Эффект от этой процедуры вы уже увидеть можете сегодня, но максимальный результат будет где-то недели через две. Здравствуйте! Я косметолог салона красоты «Габриэль» Татьяна. У нас сегодня в гостях Наталья, которой мы будем делать уходовую процедуру с использованием косметики Академии, с ампульным средством с витамином А и Е и маской для фотопарации. Для начала мы очистим кожу. Следующий этап – глубокое очищение кожи. Для этого мы используем фитогамаш Марин. Это растительный пилинг с водорослями. Теперь мы наносим ампульное средство с витамином А и Е. И теперь мы накладываем маску для фотопарации. Сегодня я посетила салон красоты «Габриэль». Мне сделали уходовую процедуру на лицо профессиональной косметикой. Мне скрабировали кожу, наносили крем, одевали суперкрутую маску. В общем, мне все очень понравилось. Процедура прошла просто классно. Очень было приятно. Мне сделали крутой массаж. Сейчас на лице ощущение легкости. В целом, хорошее настроение. В общем, все круто. Вернусь сюда еще раз.
Габриэль – салон красоты и косметологии бизнес-класса с полным спектром услуг по индивидуальным программам. Наш адрес – город Уфа, улица Менделеева, 134/1, второй этаж. Телефон 252-2010. Сегодня наши замечательные участницы пройдут долгожданное преображение в невероятной студии Лина Мартин. Что из этого получилось, смотрите прямо сейчас. Здравствуйте, меня зовут Лина Мартин. Я рада приветствовать девочек телепроекта «Идеальная женщина» в своей студии. Я буду делать им преображение. Начнем? Здравствуйте, меня зовут Алина. Я работаю визажистом в студии красоты Лины Мартин. Сегодня мы подготовили для наших участниц необычные яркие образы. Thank you.
Сегодня посетила студию красоты Лины Мартин, осталась очень довольна итогом. Мне очень нравится образ, такой восточный, как я сама прям. Поэтому, в принципе, попали в точку, сделали так, как я хотела. Я очень довольна. Нет слов. Привет всем! Сегодня я побывала на преображении в салоне красоты Лины Мартин. Мне замечательно покрасили волосы, сделали новую прическу, сделали красивый макияж. Я очень довольна, я думаю, что потом тоже буду обращаться сюда и не раз. Отличные мастера. Вот, мне все очень понравилось, преображение прошло на ура. Студия красоты Лина Мартин – это место, в котором творится красота. Телефон 8-963-907-0505. Наш адрес – Карла Маркса, 57. Привет, меня зовут Назарова Альбина, мне 26 лет. Я очень люблю шопинг, косметику, как и все девочки. Мне нравится моя работа, я вообще кайфую от своей работы. Ну и зачем пришла на проект, хочется стать более женственным, потому что когда я много работаю, я немножко забываю о том, что я девочка. Все, спасибо, всем приятно было с вами познакомиться. Вот, болейте за меня. Меня зовут Миняева Ольга, мне 31 год. Я очень люблю цветы, красивую природу, люблю читать книги и очень ценю внимание к себе. Я работаю специалистом по недвижимости и в свободное от работы время я занимаюсь танцами и хожу в тренажерный зал, рисую. В проект я пришла, чтобы получить яркие эмоции, зарядиться энергией, а возможно, открыть что-то новое в себе. Здравствуйте, дорогие телезрители! Вот и подошла к концу вторая неделя реалити-проекта «Идеальная женщина. Шестой сезон» на канале M-Television. Эта неделя выдалась не менее захватывающая, чем предыдущая. Что же будет дальше, увидим на следующей неделе.